Брифингке қатысушылар, өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңына қош келдіңіздер. Добрый день, уважаемые журналисты. Мы начинаем сегодняшнюю пресс-конференцию. Бүгінгі баспасөз мәслихатымыз Ақмола облысында қызылша бойынша эпидемиологиялық жағдай туралы өтеді. Бұл туралы толық ақпаратты бүгінгі спикеріміз айтып береді. Таныстырып өтейін. Ақмола облысы санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Мусина Айнагүл Советқызы. Айнагүл Советқызы, сөз сөзіңізде. Сәлеметсіз бе. Құрметті Ақмола облыстық тұрғындары, эпидемиологиялық жағдай тұрақты. На сегодня эпидемиологическая ситуация по заболеваемости кори по Акмолинской области стабилизируется. Подъем заболеваемости у нас отмечался с апреля 2023 года. Зарегистрировано было 585 подтвержденных случаев. Заболело у нас 431 ребенок, это 73% от общего числа заболевших, и 114 случаев приходится на взрослых, или 19,5%. За январь у нас зарегистрировано 210 случаев. В 2023 году было зарегистрировано 67 случаев заболевания среди школьников, за январь зарегистрировано 34 случая, за последние сутки 2 случая. Это один случай в городе Кокштау и один случай в Ерементауском районе. 49 случаев зарегистрировано в 2023 году среди детей, посещающих детские и дошкольные учреждения. За январь зарегистрировано 12 случаев. За последнюю неделю и за последние сутки случаев заболеваемости корью среди детей, посещающих детские и дошкольные учреждения, не зарегистрировано. Как я уже сказала, в январе 210 случаев было подтверждено. Из них до 14 лет это 134 или 64%. По сравнению с декабрем отмечается снижение на 17%. Среди невакцинированных зарегистрировано 50% случаев, 104, 85% это отказники. По причине временных медотводов 9% или 10 человек, по причине постоянных медотводов 5 человек или 5%. Также с неизвестным прививочным статусом это 51 человек или 24%, в основном это взрослые. За прошедшую неделю мы видим снижение на 5% по сравнению с предыдущей неделей. На предыдущей неделе было зарегистрировано 40 случаев, на этой неделе 38. Также сохраняется тенденция заболевания среди невакцинированных, это 63%, и 83% из них по причине отказа. По недостижению возраста заболел один ребенок, с постоянным медотводом один ребенок и один с временным медотводом. Среди школьников зарегистрировано 4 случая. Это 2 случая город Кокштау, один Кургалжинский район и один Ерементауский район. По состоянию на 29 января госпитализировано 23 человека, в том числе 13 детей и 10 взрослых. На амбулаторном лечении находится 70 человек, это 59 детей в возрасте до 5 лет и 27 взрослых. С ноября месяца по республике проводится дополнительная иммунизация против кори. У нас охват на сегодня составляет 76,7%, охвачено 34 тысячи человек, но это ниже среднереспубликанского показателя на 4%. По республике охват составляет уже более 80%. В возрастной группе от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней у нас охвачено 5931 ребенок. Подлежало 5931 ребенок и вакцинировано сегодня 3893 ребенка или 65,6%. Благодаря проводимой дополнительной иммунизации в данной группе заболеваемость снизилась почти в 3 раза. Если в ноябре это составляло 34% от общего количества заболевших, то в декабре это было 12%, в январе уже 9%. В возрастной группе от 2 лет до 4 лет 11 месяцев вакцинировано 24 тысячи детей, и охват составил 75,8%.
Благодаря проводимой иммунизации на сегодня также мы видим, что заболеваемость данной возрастной группы снизилась в 3 раза. Если в ноябре это было 64% от общего количества заболевших, то в ноябре это было 22, в декабре было 22,6%, в январе мы видим уже, что 20% составляет в данной возрастной группе. И в основном это болеют неорганизованные среди детей, посещающих детские и дошкольные учреждения. На этой неделе регистрации нет. С начала года 12 случаев. Это благодаря тому, что была проведена большая работа по охвату именно вакцинации в организованных коллективах. И как результат мы видим, что заболеваемость не регистрируется. Продолжается проведение наверстывающей иммунизации. У нас на сегодня охват составляет 79,5%. За последнюю неделю привито 363 человека. По плановой вакцинации охват у нас по итогам года составил 100%. Однако низкий процент отмечается в Жаксынском, Кургалжинском и Бурабайском районах. По ревакцинации также мы в среднем по области достигли необходимых показателей. Однако в Астраханском районе данный показатель составляет 93%, что ниже рекомендуемых ВОЗ не менее 95%. Количество отказов от вакцинации у нас по сравнению с декабрем сохраняется. Было зарегистрировано 1823 отказа от вакцинации от дополнительной иммунизации против кори. Сейчас у нас зарегистрировано 1834 за январь. И основная доля – это по личным убеждениям. Санитарной службой совместно с медицинскими работниками проводится активная разъяснительная работа. Выходим в коллективы, встречаемся с родителями на родительских собраниях в онлайн-формате, в офлайн-формате. Пытаемся донести до каждого родителя необходимость проведения специфической профилактики или вакцинации детей, чтобы защитить их от тяжелого течения заболевания и в целом от заболевания корью. Так как корь является вакциноуправляемой инфекцией, и вот благодаря проведению дополнительной иммунизации против кори по истечению 2 месяцев мы видим, что имеется тенденция к снижению заболеваемости. Аналогичная кампания у нас проводилась в 2019 году, когда у нас было привито по области более 70 тысяч человек, в том числе детей в возрасте до 9 месяцев. И у нас тогда было привито 8 700 детей. Благодаря проведению дополнительной иммунизации против кори в 2019 году, в 2021-2022 году случаев кори не было зарегистрировано. Поэтому, уважаемые родители, пересмотрите свою позицию и приводите детей на вакцинацию. Прививочные пункты во всех медицинских организациях работают и в выходные дни. У нас на сегодня в достаточном количестве имеются вакцины. Будет производиться закуп и дополнительно на Новый год. И сейчас в остатках имеется 23 тысячи вакцины ККП для проведения дополнительной и плановой иммунизации против кори.